я так думаю, если угрызение совести есть, я потом думаю, наверное, так воля, судьба такая, может быть, так. Ну вот, допустим, вот я в свое время как бы вовремя, у меня, ну, с другой стороны, может быть, это хорошо, ну вот, суть такая, я себя корю в том, что я не похоронила маму, но меня не было в тот момент рядом с ней. Ну а с другой стороны, мне это плохо, что я не похоронила ее, а с другой стороны, у меня ощущение, что она где-то есть рядом, ну где-то есть, она есть, существует. Может быть, то, что, как бы говорят же, там, на небеса, но это не про небеса, а то, что она где-то есть, где-то меня ждет. Может быть, себя успокаивать тем, что она где-то есть, поэтому спокойно. Но у нас вообще у немцев не принято часто ходить на кладбище, ну, на могилку. И принято ходить, ну, то есть похоронил, потом через 3 года, через 5. Говорят, что не стоит беспокоить лишний раз умерших. И этим я, наверное, может быть, себя успокаиваю, то, что не ходила. И либо думаю, наверное, так суждено было быть. Мудрые, наверное, слова вот это. Так суждено было быть.